Тож, друзі, наш ефір продовжується, і я просто рада представити вам нашого наступного гостя. Це Дмитро Горощенко, віце-президент Федерації шахів у Миколаївській області. Вітаю вас, і перше питання в мене до вас про власну Федерацію шахів, чим вона займається. Спасибо за приглашение. Доброе утро. Федерация шахмат занимается развитием, собственно говоря, шахмат в Николаевской области. Всем известно, что вот на улице Фалеевская, Дина, у нас есть шахматный клуб, областной шахматный клуб. Там занимается более 400 детей на сегодняшний день. Работает 15 тренеров, и у нас есть большие успехи, такие как всем известный чемпион мира до 18 лет, гроссмейстер Александр Портник. Чемпионка Украины среди женщин Анастасия Рахмангулова стала в прошедшем году, 15-м. Это большой успех для Николаевской шахмат. Конечно, отлично, что уже выступает на более высоком уровне гроссмейстер Виталий Сиук, который в прошлом году выиграл открытый чемпионат Филиппин. Это из таких знаковых успехов, а так для нас, конечно, очень важно, что с каждым годом все больше и больше детей приходит заниматься шахматами, и шахматы былую популярность опять возобновляют, и для нас это отрадно, это является результатом, собственно говоря. Хотелось бы коснуться темы того, что шахматы стают более популярными. Насколько популярны шахматы и занятия шахматами в Николаеве? Наверное, надо сказать, что последние годы более популярны, потому что появились спортивные успехи, и это стимулирует, это видят родители, и в этом году шахматный клуб записалось новичков 100 деток. Мы рекомендуем заниматься вот в возрасте, многие часто спрашивают, с какого возраста надо начинать. Вот, нам это тоже интересно. 5 лет – это отличный возраст, когда надо начинать заниматься шахматами. Первый класс – это очень… пошел ребенок в первый класс, и, пожалуйста, приводите его к нам, то есть это будет очень правильно. Не надо думать, что ребенок чего-то там не понимает. Как раз он до 8 лет станут чемпионами Украины уже в нашем шахматном клубе. У нас действительно является одна из самых сильнейших школ в Украине, наряду с такими городами, как Киев, Львов, Харьков и другие. Хотелось бы узнать, в чем залог успеха того, что в Николаеве одна из сильнейших школ? Прежде всего, наличие такого шахматного клуба, который в 90-е годы, начало 2000-х, тенденция в стране была, что шахматные клубы из них превращали какие-то бары и рестораны, а у нас, вы знаете, такое место, Флотский бульвар, и нам удалось всем его отстоять, и мудрость властей в то время помогла, и сегодня это является архитектурное значение имеет этот шахматный клуб. И мы понимаем, что он у нас уже будет, вот в этом году будем праздновать 24-летие со времен его создания. Ну а в советское время было более 8 шахматных клубов в Николаеве, и я начинал заниматься, еще был такой шахматный клуб «Коммунаровец» на Садовой, там сейчас отделение Приватбанка. Поэтому я думаю, у нас у людей просто популярна эта игра, и в каждой семье там есть шахматы, или тот, кто умеет, не обязательно быть там гроссмейстером или мастером, но популярная игра. Любой спорт, у него есть какие-то плюсы. В чем плюс шахматов, что они дают? Очевидные плюсы, и почему мы рекомендуем заниматься детьми, вводить это даже, возможно, в школьную программу как факультатив, выработка таких качеств, как дисциплина, усидчивость, тренировка памяти. Мы должны понимать, что особенно наши дети, будущее поколение, они учатся уже с малого возраста принимать самостоятельные решения, потому что шахматист, он играет сам за себя, у него нет помощников, нет команды, это индивидуальная игра, и ребенок, который принимает самостоятельное решение уже в 5 лет и может аргументировать свой поступок, почему он пошел так, а не иначе, и он страшно расстраивается, когда проигрывает партию, эти слезы, это невозможно вам передать, это тяжело, особенно детский тренер, это работа. А как же справляться с этими слезами? Это выработка характера, через такие поражения приходят большие победы, и те чемпионы, о которых я в начале передачи сказал, они все проходили через это. Поддержка родителей, поддержка тренеров, ни в коем случае не ругать ребенка, а наоборот, это жизнь, это маленькие поражения уже в детстве, они закаляют потом в будущем. Коснулись мы темы факультативов в школах по шахматам. Скажите, пожалуйста, что это за программа, какой проект? Вы знаете, мы хотим внедрить такой проект, который в прошлом году был внедрен в городе Львове, там на уровне горсовета была принята программа. Бюджетная программа о внедрении таких факультативов в школы. Выделены были бюджетные деньги,
И с 1 сентября 2015 года в каждой школе Львова идет занятие шахматы. Мы уже начинали в прошлом году, и у нас федерация выиграла грант компании «Русал» в Корабельном районе города Николаева. У нас школы Корабельного района в этом году уже начали такие тренировки благодаря нашим тренерам, поддержке спонсоров и вот такому гранту. Мы как от имени федерации обратились к городскому главе Сенкевичу и имели с ним диалог, и вот пока на словах поддержку, заручились поддержкой, что так тоже, такое же будет в Николаеве. Поэтому будем готовить соответствующие документы. Я понимаю, что есть бюрократическая какая-то процедура, но тем не менее мы должны исходить из того, что чем больше, понимаете, шахматный клуб, он находится в одном месте, там на Фалеевской улице, не все могут родители позволить себе туда привезти детей, забрать вечером с тренировки, это все очень затратно. А если у тебя в школе будет такой кружок маленький, я думаю, директорам школ стоит тоже задуматься над тем, что это даст дополнительные успехи в учебе, потому что такие дети, они будут показывать лучшие результаты в математике, может быть, там, изучение каких-то точных наук. В крайней мере, вреда от этого не будет, а польза колоссальная. Шахматы – это игра, в которой никогда не поздно и никогда не рано. Но вот какими качествами должен обладать человек для того, чтобы у него были какие-то успехи в этой игре? Ну, прежде всего, наверное, надо вспомнить Анатолия Карпова, который говорил, что нужно много работать над собой, работать, а успехи обязательно придут. Поэтому, если вы ставите перед собой серьезные спортивные цели, то, безусловно, это ежедневный многочасовой труд над выработкой определенных качеств. Многие спрашивают, что, как тренировка? Тренировка, мол, в футбол – это бегать, там, а в шахматы в чем? Нет, здесь надо изучать тоже стратегию, постановку дебютного репертуара. Это иногда намного сложнее, чем футбол. Я бы не хотел никого обидеть, но здесь есть свои тонкости, нюансы, поэтому существует целая программа подготовки шахматиста высокого уровня. Соответственно, занимает это достаточно большое количество времени. Но у нас есть такие тренера, которые над этим работают, и слаженный тренерский коллектив. Стандартные уроки сколько занимают времени, сколько раз в неделю проходят, для того, чтобы родители смогли сориентироваться? Для начинающих достаточно одного, как говорят, академического часа, 45 минут. Ну, мы рекомендуем, конечно, полтора часа, три раза в неделю, потому что это оптимальное время для тренировок начинающих. Профессионалы и шахматисты уже от первого спортивного разряда, кандидаты в мастера, занимаются у нас в клубе 6 дней в неделю, один выходной у них, и эти тренировки занимают 4 часов и больше, с соответствующей нагрузкой домашнее задание, решение задач, то есть пришел домой. Можно сказать, что шахматы – это жизнь уже. Для многих – да, для многих – да. Как вы пришли к шахматам? Как и многие дети, меня научил отец играть в 5 лет. Это такая история длинная, интересная, очень запоминающаяся. Мне пообещали что-то необычное подарить. Я дождался этого подарка, этим оказались шахматы. Ну, хорошо. И дальше мы играли с папой дома. Он у меня выигрывал. Вот я это сильно переживал, и у меня была цель обыграть отца, ну и через пару лет тренировок, конечно, это произошло. То есть это обычная история, которая происходит в каждой семье, поэтому я родителям всем рекомендую учить детей играть в шахматы. Это будет хорошо. Для родителей, которые уже заинтересовались, возможно, и дети сейчас смотрят и говорят, мы тоже хотим научиться играть в шахматы, сообщите, пожалуйста, как с вами можно связаться для того, чтобы прийти в ваш клуб и записаться. Ну, вся информация есть на нашем сайте. Значит, я рекомендую набирать в любом поисковике два слова «шахматы Николаев» и сразу даст наш сайт через клуб МКСАД. Вот, соответствующие там телефоны, адрес, ну и всем советую приходить. Фалеевская Дина, шахматный клуб. Там есть замечательный директор и международный арбитр, один из немногих в Украине международных арбитров, Руслан Абузович Хамзин, с которым можно будет обсудить вопросы. Орудие игры нужно иметь с собой или у вас там уже все есть? Что у нас есть весь необходимый инвентарь. Кроме шахмат, еще дорогостоящее оборудование, это часы электронные, все имеется. Отож, дорогі друзі, як ви розумієте, для того, щоб у вашої дитини була і посидючість, і гарний розвиток розуму, необхідно віддати вашу дитину на шахи. І тоді ваша дитина буде дуже-дуже розумною, як сказав наш гість, що і в математиці, і в інших точних науках будуть тільки одні дванадцятки.